Мозырь, дороги, ремонт 2023 – тема, волнующая практически всех мозырян. Заместитель председателя исполкома, курирующий в том числе и дорожные ремонты, Дмитрий Миллер озвучил две новости. В текущем году в городе Мозыре капитальных ремонтов дорог производиться не будет, но из тех средств, которые нам в мае 2023 года облисполкомом выделены, принято решение продолжить сплошное асфальтирование улицы Притыцкого. От рынка Испал до поворота на переулок Березовый будет сплошным слоем сделано. Дорожники работают интенсивно, уже практически срезали весь старый слой асфальта. Фрезерование выполнено, сейчас приступят к асфальтированию. Также планируется от 16-этажки до автовокзала тоже пройти сплошным слоем асфальта. Все остальные дороги будут ремонтироваться только ямочно. От 16-этажки до автовокзала Притыцкого от Испала до поворота на переулок Березовый. Одни из самых проблемных улиц с интенсивным движением скоро будут с гладким ровным асфальтом. Выбоины на остальных городских магистралях ждет текущий ямочный ремонт. Светлана Грудько, Юрий Грабец, телеканал «Мозырь».